Насчет моего вопроса по поводу того, можно ли лазить на лазилках и детских горках во дворах, если ты старше 18 лет, не вызовут ли полицию, это, ну, там чел написал, это все бред, я ему лайк поставил. Но, с другой стороны, как бы, я бы мог сказать, но... Ну ладно, ну знаешь, цитата Жириновского, что они слышали, да? Это Россия. Ах-ха-ха-ха. Какой-нибудь, ну, закомплексованный или закомплексованный увидит, скажет, а чё он, вон, там дети должны лазить, а они не лазят, они в телефонах сидят. А он типа лазит, и он своим весом ломает горку или там лазилку. Портит государственное имущество и вызовет. И опять будет тревожно. Мне до сих пор тревожно от того, что вот я играл с ребятишками тогда несколько дней назад, когда вот 2 дня было футбол, где-то бабу. И резко приехал. Вот там они пошли за газировкой. Ну, потому что я их газировкой угощал. Потом они пошли, там у них деньги были. Купили для всех. Мне дали, там теплая она была. Я только начал пить, даже не успел выпить. Как подъезжает резко машина, выходит оперативник. И говорит, все, пошли. Чем я хотел сказать? Я, короче, там на скалолазании так натренировался, что я, наверное, завтра еле ходить буду. У меня сейчас ноги, руки, особенно ноги, хотя там на руки нагрузка вся вообще отваливается. Очень мощная тренировка. По поводу скалолазание, там можно по средам приходить. Ну, стоит 250 рублей, но лучше бумажные платить. Но я заплатил переводом. У меня есть деньги сейчас на бухло, но я не бухаю, не пью. А насчет футбола, там, короче, есть 2 поля в городе, это на Ленинградском, это другой край города вообще. И у нас где труд. Там, если застать, когда они... Ну, короче, у меня чел, который прошаренный, написал, что только можно, если прийти и застать, когда играют, и типа присоединиться, и все, вариантов больше нет. Больше вариантов нет вообще. Это реально разбирающийся чел в спорте, там во всем. Ну, в основном в футболе. Ну и я там даже в поисковике все сайты, все там, все паблики написал, ничего мне не ответили. И сайты вообще уже там ничего нету, хотя сайты существуют по футболу. Сегодня я хороший достаточно день провел, я молодец, хотя я это говорю без чувства какой-то радости за себя. Я бабушку выслушал целых там больше часа, там сколько она выговорилась, ей стало лучше. А ей лучше, ей необходимо выговариваться, она сама говорила. Сходил на тренировку. Там нету такого, сейчас нигде нет такого, что знаешь, вот я прихожу, допустим, куда-нибудь, где люди,
девушке там. И девушка говорит: ну, ты мне нравишься. Я смущаюсь, говорю, меня это смущает, но ты тоже мне интересно, давай общаться. Такого нету. Такого нету. И друзей я, там нет такого, что ты там интересный чел, давай общаться. Нет, такого нету. Просто тренируется, и все. Каждый сам по себе. Ну, еще я сегодня ел днем. Обычно я, ну, раньше никогда не ел ни утром, ни днем. Утром чуть-чуть сыра поел. Ну, немножко. То есть уже прогресс есть в этом плане. Зубы чищу. Просто раньше я, когда чистил зубы, у меня всегда кровоточили десна, больно было, кровью всегда плевался. Сейчас я осторожно чищу. А ниткой я вообще не могу чистить, потому что там просто боль резкая, десны, когда задевают немного даже, и кровище идет. Ну, спасибо вам за добрые комментарии вообще. Я сейчас спать буду, завтра на работу. А на работе в наушниках музыку слушал, ну не громко, такую легкую, легкий мидвест имо, легкий такой, лайтовый. Но завтра вообще все будет болеть, но это хорошо, тренировка мощная.